Близится к завершению долгожданный ремонт дома культуры Бличепсинского сельского поселения. На сегодняшний день силами подрядной организации «Ремстройсервис» здесь завершаются ремонтные работы. Как говорится, дело остается за малым. Капитальный ремонт здания производит генподрядчик ООО «Ремстройсервис». Работы здесь мы начали 17 октября этого года. На сегодняшний день общестроительные работы проделаны. Это сменили мы полностью крышу, перекрытие второго этажа, полностью отопление поменяли, новую сделали, электропроводку всю поменяли, наружные работы уже в стадии завершения, через 3-4 дня, вот погода благоприятно устанавливается, и за эти 3-4 дня весь главный фасад с улицы Ленина будет закончен. И потом остается благоустройство территории, которую мы хотим завершить к концу недели. Все работы выполнялись в комплексе 5 бригадами строителей, которые 2 бригады здесь постоянно находились. А остальные приезжали каждый день. Завершить поскорее ремонт спешат не только строители, но и все жители аула и работники Дома культуры. Каждый вносит свою лепту. Глава поселения Беслан Шиков выражает благодарность всем, кто принял участие в капитальном ремонте Дома культуры. Ремонт Дома культуры аула Бичепсин подходит к концу. Практически все работы, которые были заложены в сметной документации, выполнены в полном объеме. Оставался только один каркас, основной все оконные блоки, дверные блоки, кровля, система отопления, электрика, все полностью было заменено. Подрядчик, фирма «Ремстройсервис», отработала свой генподряд в прекрасной форме. Хотелось бы сказать благодарность директору фирмы, всем работникам, главному инженеру, прорабу и всем остальным, которые непосредственно участвовали в этом процессе.